Итак, в заключении фестиваля прозвучит выступление нижегородского дуэта Crimson Butterfly и нижегородских поэтесс Жанна Разумеева, Анна Фролова, Анна Родионова, Карина Лукьянова. Это их проект, который уже вышел в виде релиза. Он называется Landscape Poetry или «Земли». Ну вот сейчас он будет исполнен лайвом. Я хотела бы сказать несколько слов о нем. Здесь снова звучит тема взгляда современной музыки на наш город. В качестве звукового материала здесь использованы найденные звуки, то есть это вот как раз те самые звуки, которые можно услышать в наших нижегородских ландшафтах. Ну и замечательная поэзия, она мне вся очень-очень-очень понравилась, но я для себя на чеке выхватила одну фразу, которую я хотела бы сделать, наверное, эпиграфом их выступления. Это фраза из текста Жанны Разумеевой. Она, безусловно, очень здорово ложится на мысли о нашем городе, о юбилее. «Пусть этот излом реки станет корнем, прорастающим в город». Ну и еще такой будет замечательный бонусный момент. Лена Кримзон, которая сегодня делала VJ-саппорт для Петра Термена и для Владимира Шаля, еще также продекламирует в плюс к нашим нижегородским поэтессам еще немного введенского. Ну, по-моему, это здорово. Введенский — это классно. Вот. Я так понимаю, что у нас все почти готово. Да? Сергей, да? Готовы? Ага, окей, хорошо. Еще буквально пару минут. Соответственно, я напоминаю о творческой возможности, которую предоставляют наши партнеры ВКонтакте. Это возможность снять вертикальное видео на трек нижегородской группы Ума Турман «Любимый город» и опубликовать его в разделе «Клипы» в мобильном приложении ВКонтакте с хэштегом «Любимый Нижний». Ну и опять-таки, поучаствовав в конкурсе, можно увидеть свое творчество на гала-концерте. Приходите, пожалуйста, 20 числа. Там будет, по-моему, очень нежно. Там в заповедных кварталах в районе церкви Трех Святителей появились чудесные такие сцены, очень такие домашнего плана. Там очень-очень душевно. Поэтому мне кажется, что наша оперная автопати, мы будем все надеяться на хорошую погоду, должна стать вот таким интересным завершением нашего фестиваля. Так что я с вами сейчас на самом деле буду прощаться, но не совсем. Да? Увидимся скоро, до 20 числа тоже. Все, сейчас я не буду мешать ребятам, просто настраиваться, потому что я чуть-чуть, видимо, мешаю и фоню. Спасибо большое за внимание. Я вас очень люблю. Спасибо, что пришли.
городской шум, как о нем писал Башлян. Это не море, не шторм, а возможность найти маленькое место, отметить на карте, собрать внутри, вынести за память. Неприметное, меньше камешка, вросшего в янтарь муравья, тише воды ниже травы. Разрастание шумов в тебе и во мне, наше место исхожено. Муравьиные тропы, человеческие костры, шмелиные шепотки. Найти такое место, где словно свернуться в раковину, прикрепиться к дереву, унестись по воздуху. Он прирос к земле, другие окружили его, стали качать, танцевать и кружить, перешептываясь. Бесстрастная земля станет домом его, станет ему садом. Привнесенного изменения. Пусть этот излом реки станет корнем, прорастающим в город, как тающий наискосок ледник, оставляющий карту. Бесследное путешествие и сбор трав. Yeah.
Сложно,
Осыпание земляных покровов зафиксировать в ходе взгляда. И уже тогда ты, пропадающий с текстом его продолжения, не знал. Тело сомнется, и травы ни за кого не встанут. Все не исправится, но запись не сможет остановиться. Скрытая камера, изготовленная в сознании. Тот, кто хотел бы ее оставить, но взял с собой. Следуя перестановке на местности, топос — это и есть наблюдатель. Испытуемый, что-то с тобой потом случится, как с этой травой. Но слова не свидетели, ухо все слышит, да глаз не мёт. Не съедает зрелище, не оставляет травы на коленях. Так же, как волосы были сжаты в его руке. Yeah.
жалко, что я не зверь, бегающий по синей дорожке, говорящий себе поверь, а другому себе подожди немножко. Мы пойдем с тобой в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жаль, что я не звезда, бегающая по небосводу. В поисках точного гнезда она находит себя и пустую земную воду. Никто не слыхал, чтобы звезда издавала скрип. Ее назначение — ободрить собственным молчанием рыб. Еще у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мне страшно, что я не крыша, распадающаяся постепенно, которую дождь размачивает, для которой смерть не мгновенна. Мне трудно, что я с минутами, они меня страшно запутали. Мне невероятно обидно, что меня по-настоящему видно. Мне страшно, что я двигаюсь не как жуки-жуки, как бабочки и коляски, и как жуки-пауки. Мне страшно, что я двигаюсь не похоже на червяка. Червяк прорывает в земле норы, заводя с землей разговоры. Земля, где твои дела, говорит ей холодный червяк. А земля, распоряжаясь покойниками, может быть, в ответ молчит. Она знает, что все не так. Мне трудно, что я с минутами, они меня страшно запутали. Мне невероятно обидно, что меня по-настоящему видно. Еще у меня претензии, что я не ковер, не гортензия. Мы пойдем с тобой в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жаль, что я не орел, перелетающий вершины, которому на ум сбрел человек, наблюдающий аршины. Мне страшно, что я при взгляде на две одинаковые вещи не замечаю, что они различны, что каждая живет лишь однажды. Я вижу искаженный мир, я слышу шепот приглушенных лир. И тут, закончив буквы взят, я поднимаю слово «шкаф». Теперь я ставлю шкаф на место, он вещества, крутое тесто. Мне не нравится, что я смертен, мне жалко, что я не точен. Многим-многим лучше, поверьте, частицы дня и единицы ночи. Еще у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мы пойдем с тобой в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жаль, что на этих листьях я не увижу незаметных слов, называющихся смыслом, называющихся смертью, называющихся вид основ. Мне страшно, что все приходит в веткость, и я по сравнению с этим не редкость. Мне жалко, что я не семя, мне страшно, что я не тучность. Червяк ползет за всеми, он несет однозвучность. Мне жалко, что я неизвестность, мне страшно, что я не огонь.
Я не могу.